Народ, всем привет! Сегодня я для вас решил записать такую вот рубрику онлайн-торговли для тех ребят, которым вот интересно было только торговля, как я анализирую, куда смотрю, на что обращаю внимание. Сегодня все будет в этом видео. Также я вам расскажу, почему я не провожу онлайн-трансляции. Видите, сейчас я записываю видео без камеры, для того, чтобы не отвлекаться. Если я буду проводить онлайн-трансляции, во-первых, вы не сможете копировать мои сделки, потому что будет огромная задержка до 20 секунд. Во-вторых, я отключу чат, я не буду ни с кем общаться, у меня не будет камеры, меня не будет видно. Все, чтобы торговать. Потому что я уже раз записывал онлайн-трансляцию и слил весь депозит, потому что я отвлекался и общался с подписчиками. Также моя онлайн-трансляция будет очень скучной, потому что если я там буду вот долго искать сигнал, вы просто будете смотреть, смотреть, смотреть. А здесь я могу вот это видео, которое я сейчас снимаю, я могу его отобрезать, чтобы вы не ждали, когда там закроется сделка, например, в 5 минут, а дам вам только суть, как я анализирую. И я уже говорил, что я не торгую как попало. Если нету ситуации, я просто не торгую, потому что нету нормальных ситуаций. И в среднем я ищу сигналы вот по 10 минут. То есть вам нужно будет просто сидеть 10 минут и за мной наблюдать. Так что вот такая вот ситуация. Давайте анализировать. Здесь у нас маленькие проценты. Я сначала вот проставляю все уровни. Еще какая специфика вот моей торговли? Вот видите, уровень сопротивления становится уровнем поддержки. Специфика в том, что я торгую качественно и мало. Это очень важно. Нужно не пересиживать, потому что тогда эмоции берут вверх, и уже никакой нормальной торговли, никакого анализа не получается. Сейчас, видите, выходной день, только криптовалюты. Криптовалюты очень легко поддаются анализу. Просто нужно хорошо выбрать точку входа. Хорошо определить сигнал. Здесь интересная ситуация. С каждым разом точка все выше и выше. И вот видите, такие резкие развороты. Я всегда смотрю на тенденции, как вел себя график до. Также делайте так, чтобы вот ваша сессия торговая была, ну не знаю, до 2 часов. В день торгуйте 2 часа, этого будет вам достаточно. Конечно же, тренируйтесь, набирайтесь опыта на демо. Я раньше вообще пересиживал за компом по 10 часов, по 15. Я просто сидел, торговал, торговал, торговал. Сливал, потом еще раз торговал. Но зато получил бесценный опыт. Так, народ, я пока, вот видите, не могу зайти в рынок. Не могу, потому что маленькие проценты. Так, Dash у нас 80. Но я не вижу хороших точек входа. Потому что я вот сделаю сейчас там 6, например, сделок. Раздроблю их. Забираю прибыль и ухожу с рынка. Вот так вот я зарабатываю, вот так вот я работаю. А торговать как попало в любой ситуации, как вас учат непонятные трейдеры на YouTube, это... Так дело не будет. Вот, в принципе, был очень хороший сигнал. Видите, как шикарно отработал уровень. Был уровень сопротивления. Раз, два, три касания. Здесь уровень поддержки идет. Вот, был пробой. И теперь цена шла возле уровня поддержки. И вот, хорошая была точка для входа. Вот, шикарная позиция для входа. График опустился,
Мы дожидаемся разворота и заходим на повышение, и все отлично. Так, минимальная сделка на крипте 5 минут. Видите, пока нету сигнала, я буду обрезать видео и вернусь, когда будет хороший сигнал. В принципе, вот, хороший сигнал. Раз, два, три, четыре, пять, вот. Идет разворот 80%. Блин, это просто шикарная ситуация. Здесь можно зайти. Видите, кстати, у меня немного просадка. Заходим на раз, два, три. Будем на коррекции еще добавлять. Можно смело зайти на 80 тысяч даже. Будет коррекция, будем добавлять. Давайте я буду объяснять, почему я зашел на повышение. Ну, я думаю, вы поняли, да? Вот, провели мы трендовую линию, видите? Повышение, коррекция, просадка, просадка, повышение, повышение, просадка, повышение, просадка. И вот график идет ступенями. Вот, каждая ступень выше предыдущей. Что это значит? Что будет восходящее движение, что график пойдет наверх. И вот нам эти 5 минут, я думаю, будет достаточно. Здесь пока нечего добавить. График как раз вот в наших позициях идет. Пока смотрим другие графики. Вот здесь шикарная позиция для входа. Смотрите, что у нас здесь. Горизонт есть? Есть. Треугольник есть? Есть. Что сейчас будет? Сейчас цена пойдет наверх. Вот, видите? Это очень сильный сигнал. Я зайду по-крупному, потому что мне нужно перекрыть. Неудачно захожу в позицию. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На 140 зайду. Я не знаю, что будет вот с Bitcoin Gold. Здесь тоже все шикарно. Это очень хороший сигнал, я в нем уверен. Поэтому вот я хочу закончить с этими сигналами, и все, вот, два четких сигнала. Мы сделали кэш, мы ушли с рынка, вот и все. Вроде бы все отлично. Записываю видео с Мака, он сильно, кстати, шумит, когда идет запись. Я думаю, уберу шум, как буду потом рендерить, будет все отлично. И думаю, меня классно слышно, тут вроде бы нормальный микрофон должен быть. Так, здесь, слава богу, все шикарно. Так, позиции закрылись, все отлично. Два ляма мы вернули. Здесь. А вот здесь я сильно, народ, нервничаю. Тут треугольник. Треугольник продолжается. Возможно, я поспешил. Вот наш треугольник. Возможно, минут 10 ему нужно было бы. Давай, давай, не подведи. Вот так всегда, когда сильно уверен в сигнале, он почему-то не сильно себя оправдывает. Заставляет нервничать. А когда он не уверен в сигнале, пропускаешь его, он идет вверх. Это тоже, кстати, психология. Он заходит. Давай, да, туда и не возвращайся оттуда уже.
молоку, уже можно немного выдохнуть, половина есть. Так, 150 есть. Отлично. Все шикарно. Треугольник сработал. Ну, боже, как же он нервно, блин, сработал. Фух. Вот, народ, на этом все. Вот такая вот получилась торговля. Вот, видите, нашли два четких сигнала, зашли на хороших процентах, заработали, ушли. Все. Вот сделки. Также, народ, мы сегодня отлично провели выходные. Все сигналы в плюс. Просто шикарный день на криптовалюте. Плюс 200. Огромное спасибо. Отличные сигналы. Здоровья, спасибо. Плюс 5000. Вот у Ольги, например, минус 100. Вот кто как заходит. Класс, сигналы супер. Замечательно, все в плюс. Спасибо большое за сигналы. И у кого какой депозит? Видите, плюс 6, наверное, не знаю. Может быть, даже рублей. Минус 200, плюс 1000. Плюс 1250, плюс 17000. Вот человек 2 плюса чисто поставил. Вот, например, как я в сегодняшней торговле, да, 2 плюса. Плюс 16к, плюс 45 баксов. Спасибо, хорошие сигналы, спасибо огромное. Вот такой вот день, смотрите. Просто какие шикарные сегодня были сигналы. Дальше вот тестировал тренд. Но сигнал я здесь не дал. Вот здесь, да, опасный сигнал. Видите, у людей минус, да, потому что я написал, ловим самый-самый пик. Вот кто, например, вот здесь зашел, не словил, или график резко ушел. У некоторых людей плюс, но минус, вернее, но все на опыте. Ну, здесь у всех плюс, плюс 12 тысяч. Конечно, когда четкий вот народ сигнал, так понятно, что у всех плюс. Вот, люди делятся своими скринами. А, кто-то на повышение зашел. Также, народ, я даю сигналы в телеге. Теперь параллельно уведомления приходят в Telegram, чтобы вот быстрее вы ориентировались. Так, вот сегодняшний день, вот вчерашний. Так, здесь у меня минус. Здесь шикарный тренд, видите? Здесь шикарная просадка. Отличный сигнал. Здесь на просадке, здесь на просадке. Вот, видите, люди, видите, сигнал у нас на 5 минут. Вверх на 5 минут, заходим от просадки. Люди заходят на минуту, и у людей минус. Потому что рассчитано на 5 минут, потому что я вот прикинул, что вот, за 2 минуты, видите, затухание идет. Он не подымется. Но, я же не знаю, когда он именно, может он как раз и подымется. Но, даю зазор в 5 минут, видите, все сигналы на 5 минут. И у людей минус, которые зашли на 2-3 минуты. Так что, народ, всегда заходите, насколько я пишу. Заходим от просадки. Вот просадка была, разворот, плюс. Вот, от пика, видите, разные пики, но 5 минут хватает. Вот, на одном пике вниз, вот. Пики, это самые верхние точки, вниз. Вот здесь, видите, тоже шикарный сигнал. Здесь, так как сегодня, видите, фигура треугольник. С каждым разом график, вот эти вот просадки, с каждым разом они ближе к уровню сопротивления. И, видите, график идет вверх. Вот здесь отличный коридор, заходим от пика вниз. Вот здесь шикарный сигнал. Ну, когда вот такой вот сигнал, тогда у людей и на одну минуту, или на две, или на пять, или на десять. Здесь
100% плюс. Так что, народ, вот такое вот получилось видео. Добро пожаловать в мою бесплатную закрытую группу. Первая ссылка в описании. Вход бесплатный, но вам нужно пополнить свой счет. За вход с вас я денег не беру. Здесь я торгую вместе с вами, выкладываю скрины своей торговли. Так что, народ, давайте я еще раз подведу итоги. Очень важно не пересиживать. Я в своей закрытой группе вот применяю эту методику с шутками, с хорошим настроем, потому что это очень важно. Другие трейдеры этого вообще, блин, не понимают. Сели с хорошим настроем, с чистой головой, никаких эмоций. Все проанализировали, заработали и ушли. И не нужно никому усложнять жизнь. Также я провожу розыгрыши. Я уже раздал, блин, 150 тысяч рублей. Каждый день я раздаю по 500 рублей в открытой и закрытой группе. И уже раздал 150 кусков. И людям, блин, приятно просто так вот получить деньги. Хорошо мне, хорошо и вам. Зарабатывают все. Вот такая вот концепция. Я буду стараться для этого. Потому что, видите, какие отзывы? Потому что, блин, люди это ценят. И это, блин, очень приятно. Работа чисто на качество. Да, сигналов стало меньше, но реально они стали качественные. Вот человек пишет: пойдем жарить шашлык, удачный день. Так что, народ, если вам понравилась эта рубрика, обязательно поставьте лайк. Пишите в комментариях свои пожелания. Подпишитесь на инсту, подпишитесь в телеграм, все ссылки в описании. Добро пожаловать в закрытую группу, первая ссылка в описании. Спасибо за просмотр, всем удачной торговли, пока.